А можно вопрос профессиональный? А скажите, если вы расстанетесь, вот представьте эту картину, как это будет? Вот как это будет? Как вы будете жить друг без друга? Драка со скандалом, наверное, это будет. Нет, подождите, друг без друга. Во-первых, фанаты потеряют великолепный коллектив. Нет, фанаты не разделятся. Понимаете, очень много было всяких примеров, когда в группах распадаются по характеру, почему-то. Вот я верю в них, что они не распадутся. Но вот если это произойдет, что это будет? Как вы представляете? Вы думали об этом? Нет, честно говоря. Они думают о хорошем, они думают, что они будут вместе всегда. Ребят, вот я что хотел сказать, а вы как-то друг друга дополняете? Так я так понимаю, что вы в принципе, очень разные. Мы разные. А бывают какие-то серьезные проблемы? Один водолей, другой рак. Ой, мама, это великолепное сочетание знаков. Ну, а бывают какие-то такие вот серьезные моменты, что никто там, кто-то уступать не хочет, или там какие-то... Серьезно, водолей всегда уступает, я знаю точно. Нельзя, потому что... Я научился уступать радость, когда рак сам дойдет до того, что я поймет, что водолей мудрее. Наверное, домой зайти невозможно. Девки, маркеры, да, бабушки ругающиеся. Там все стены расписаны. Мы тут, сейчас вспомнил просто один случай, мы приехали, мы... Как сказать, тайно, не тайно, мы не из Москвы, мы из Калининграда. Великолепный город Кёнигсберг. Подожди, я открою. Подожди. Посмотрите, вот так они живут. Короче говоря, в этой жизни. Ой, я сейчас тоже у нее отниму так же, чтобы хороший момент, знаешь, что он снимается. Мы, когда еще были в Калининграде, мы приехали из Москвы со съемок... На Мосфильме... Что? Да-да-да. Ну, молчи. Ты тоже как хорошо. И только приехали, сложили чемоданы, к окну подошли, посмотреть, что там у нас за погода в Калининграде. Стоит, знаете, детская доска, на которой пишут, да, и там написано: «Группа Стереосный, возьмите нас на подтанцовку, мы хотим быть с вами». Железо каждый день просится ко мне на подтанцовку. Я даже отвечаю ей. Это не для эфира. На самом деле у него подтанцовка на вокзале, там киоск музыкальный, он там танцует, бомжи собирает. Но это не важно. Это для души. Я предлагаю вам послушать еще одну вашу песню. Бомжи предлагаю послушать вашу песню. Да, так и есть. Звездное рандеву с Джульеттой и Гогеном. Звучит композиция «Стереосны. Ночь». Оно рекою течет, в темноту собою зовет. Нету сил глаза закрыть, все забыть. Ночь между летом и зимой, между небом и землей. Здравствуй,
Сказать.